Приветствуем вас на нашем канале, уважаемые зрители и подписчики. Вот уже долгий период времени мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. И можем сделать вывод, что этот год достаточно непростой, так как он стал последним для многих великих людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашей страны. Эти потери оставляют огромный след в сердцах многих из нас. Мы благодарны каждому за слова поддержки и соболезнования. Ведь в это непростое время, как никогда это важно. И вновь мы вынуждены вам сообщить эту печальную новость. На 76-м году ушел из жизни советский и российский оперный певец, солист Большого театра, заслуженный артист Российской Федерации Николай Низиенко. Он родился 6 июня 1947 года. В 1978 году окончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Карьеру в Большом театре Низиенко начал в 1976 году как практикант. Спустя три года он стал солистом оперной группы. В исполнении звучали партии из опер «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко». Первым на русской сцене спел «Птолемея». С 2002 года обучал студентов на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Похоронят артиста 28 января в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.